поселок Мун встречает нас прохладой. За бортом плюс 13. Для нас это вообще непривычно, потому что в Майами сейчас где-то 23-25. Вот. Прогуливаюсь. Нам нужно отправиться в банк, получить чек, свою оплату за дом. И уже при передаче чека остальные деньги дает банк. И закрывается сделка. На покупку вручаются ключи, когда мы полностью оплачиваем продавцу полную сумму. Иду по новой дорожке. Сейчас покажу. Приятно, когда в твоей локации вот такие хорошие дороги. Прям не обкатанные, не обкатанные. Мы остановились прямо здесь, за углом. Вот, и... Потому что мы на траке, и чтобы ожидание не было какое-то заметное, да, ну, не портить въезд. Экстра стап такой есть возле, как раз, возле бассейна. Я вчера проезжала, показывала вот эти игрушки надувные. И они шевелятся. Кто-то повалился. Ой, дочка, здесь руками размахивает. Привет, привет. Шевелятся, как живые все вокруг. И вон там еще валяется. Прямо такой страшило валяется, валяется. А маленькие раскачиваются. Короче. И смех, и грех, да? Какие чудо-юдо. Любят американцы. Праздники. Хэллоуин. В принципе, с этого праздника у них, можно сказать, что начинается Новый год. Вот он, бассейнчик. И сразу по курсу наш трак. Здесь экстра стап. Любой гость может вот тут остановиться без проблем. Потому что вдоль дороги нежелательно располагать транспорт. Я вижу, кто-то все-таки ставит машинки. Ведь когда их много, то это уже слишком. Бассейн сейчас закрыли, прикрыли, осень все-таки. Прикрыли вот таким брезентиком, чтобы он не мусорился. Все сложили, упаковали аккуратненько. Прямо здесь за кустами. Красивая находится дорога. Ну, небольшой транспорт ездит. Трава уже пожелтела. Красивые эти пихточки. Такие, как пирамидки. Наш банк. Банк of America. Вот он. Красиво тут. Your pocket.
fact that you would like to activate your cashier, your Preferred Rewards, which is free, is because you carry the balances at least of 50,000 in 3 months. You're eligible to cash order clients because you carried at least the minimum of 50,000 in 3 months. You get free cashier checks. You get 50% reward bonus on eligible credit cards, no monthly maintenance fee, and 10% on a Business Advantage savings account in the future if you like to open a savings account. If you fall off the Preferred Rewards, it does not affect you. You're just a Preferred Reward client, and it's a way of thinking to carry the funds that you carry with us. Oh, man. Oh, I didn't wait. Maybe today is the last day. Oh, man. Maybe. Maybe. Yeah, good. Okay. My goodness. Nelia, Bank of America is one? Hmm? One Bank of America? Here, Asheville Highway? No, here. Neighbor, my mortgage, your neighbor? No, mortgage. My address, this is. New address, want to update it? Yes, how distance? Is you first? You translate. Okay, okay. 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 А то мы уже думаем, что опять что-то надо. Так, она написала I requested to rush. Let us know. Нельзя нам написать. Я читал, когда он написал, что ты не at 231 Harlequin Drive on the left. Нам привезли новый мусорный ящик. Окей, да. Хорошо. Он такой большой, да? Ну, я думаю, что он хороший. Хороший, да. Хорошо, все, давайте тогда отдыхайте. Спасибо за звонок, да? Хорошо, все, бачу с вами, Ангелина. Пока-пока. Хорошо, окей, буду ждать. Угу. Какие покажите сыну, не знаю, вы хотите... А, чтобы подключить, да? Угу. Или даже позвоните, почему она сигналит. Надо вот это тоже проверить, как она. Включи, она работает. А, да. Есть. Я отключу это. Stop.
Один, да. С бейсментом, сейчас уже новый покупает. Да, это... Молодцы ребята, видите, какие мотивейты, три ребенка у них. Так а в чем причина, чем лучше? Чем лучше, но люди решили купить один на инвестмент, чтобы сдавать в аренду, им будет выплачивать по чуть-чуть. Да. Понятно. Будет выплачивать, пока их детки вырастут, может быть, уже и дом выплатится. So, это хороший подарок. То есть это уже как бизнес получается. Да. Банк одобрил второй лагерь? Да, одобрил. Ну, как у них закрытие на 3 часа. Они сказали, что на дом не приеду смотреть, так я заеду, посмотрю и... Давай. Вот, мы к ним попадем еще на закрытие. Ну, прикольно. Ну, рядышком с вашим, кстати. Так что мы ждем вашего, а закроем других. Ну, видишь, как хорошо. So, здесь еще одна школа. Заезжай через этот subdivision. Вот эти дома я здесь продала. С Пенсильвании люди переехали. С Массачусетс, с Канады человек купил. Еще другие я забыла. На этой улице дома имеют гараж, как нормальный дом. А здесь, вот видите, как City Style. Uh-huh. Вот City Style, это у них вот там сзади. Во дворе, да. Это как возле океана дома строят гараж сзади. Бэкьярды у них очень маленькие, но очень Алиса показывала, внутри. Я видела, да, этот гаражик. Здесь есть подвалы? Нет, здесь есть гараж. Я росла за последний год. Эта школа только 3 года. Ее слушай, опять школа достраивает. Прямо напротив. Это да, же ее вообще... опять достраивают, потому что здесь вон приезжает... школьный автобус поехал. Сюда приезжают детки, то есть семьи с детками, как я обычно говорю в своих видео, что это машина на 3 гаража. Не гараж на 3 машины, а машина на 3 гаража. Mm-hmm. А мне люди пишут, Таня, ты ошибку не сделала? Я говорю, нет, спасибо, что вы внимательно слушаете. Да, серьезно. И сколько здесь дом стоит? Ну, они были по 340, по 355, смотря какой скорфит. Сейчас мы, я вам покажу, как смотрится с другой стороны, и заедем в парк. Вот это их модель. Модель, я думаю, вы видели, наверное, на Funny Four. Мы снимали эту модельку дома. Те новые дома, да? Да. Угу. Здесь, кстати, район растет, потому что тут где-то должен строиться даунтаун. Это будет кофешапы, разная еда, будут магазины для одежды, еще разные стрижки, наверное, и все другое. Вот видите, как здесь гаражи идут, как в кондос. Ну, дворик маленький. Да, в этих более-менее еще есть нормальные, ну, небольшие. Но некоторые люди так приходят с работы, такие занятые, усталые, что им... И они рады, что у них такое. Просто Алиса так радовалась, что в том доме и бэк-ярд большой, и бейсмент у них такой шикарный. Да, у них этот дом очень классный. Да. И они по цене взяли хороший, на 100 тысяч сейчас дороже. Рядышком продается параллельная улица, уже 100 тысяч дороже. А трак что там было? Tiger River Park. А, вот этот тигровый парк. Тигровый, речка и тигры там. Сейчас заедем, посмотрим. Тигры? Речка тигра. Там такой классный парк, чтобы если у нас было время, я бы сама сейчас пошла на этой качельках покаталась. Вот видите, здесь очень много бейсболов играют. Это большущий парк, который... Есть большая дорожка ходовая. Я даже не знаю, сколько майлов одна дорожка имеет, но точно больше, чем майл раньше. И вот есть разные спортивные аппараты, где ты можешь отжаться. Там написано, как эту... А, ну да, у нас с Анялась тоже такие в парке есть. Но это далеко от нас. Недалеко, то есть недавно поставили для собачек, добавили для собачек какую-то эрию здесь. Это можно... как называется город? Tiger River Park. Вот это называется, я не знаю, вы знаете, в этом районе, где мы сейчас, здесь 5 развилок. Одна Данкин, другая Мур, где вы купляете, uh-huh. Третья Ридвилл, четвертая Вудруф и недалеко Грир. Это 5 развилок, которые, если смотрим на карту, вот я не знаю, можно... Вот где-то вот тут одно кордон, тут другой, третий, четвертый, пятый. Угу. Это нужно открыть карту и посмотреть точно.
То есть до нас только на машине может, да? Сюда. Пешком, да, не пройдет. Пешком это будет 2 часика, наверное. Ну, 1 час точно возьмет, 1 час. Далеко. На велике можно. На велике, да. Вот смотрите на эту сторону, там очень... Там для деток есть фонтаны, летом работают, где ты можешь покупаться, а побегать. Есть? Здесь есть такая маленькая речка, которая, я не знаю, это вода или от дождя, или нет. Рыбачий только. Порыбачить чуть-чуть дальше, 1 майл, там моя одна патруля ходит рыбку ловить. Тут можно на каяке даже покататься, сейчас вам покажу. Очень классные там для детей, для малых, для больших, для маленьких, песок. Угу. То есть есть спортивные и зона для малышей, да. зона для более старших. Слева вот сделали только недавно для собачек парк. Вот они добавили. Здесь, кстати, для маленьких собак и для больших они сделали две зоны. Угу. Ну, правильно, потому что как можно больших вместе с маленькими? Да, маленькие быстрее. Сожрут больших. Чем меньше, тем вреднее. Здесь также я видела, есть какие-то игры, не знаю, может быть, их уже на стопе не стою, надо. А вот он как раз играет что-то, да? Видите, здесь бросают вот эти круглые тонкие пластины. Я забыла, как эта игра называется. Кстати, там сколько людей играет? Это бумеранг какой-то. Это кипает. Очень популярная игра, так даже я не интересовалась. Вот сетка, и сюда нужно запустить эти бумеранги. Вау! Гольф. А здесь что играет? А здесь еще одна такая есть. Здесь так, в этом районе. То красивый дом, то очень разваленный, то очень дорогой. Здесь нету, можно сказать, нету такой зоны. Вот эти дома построились последний год. Даже над некоторым еще работают. Custom homes. Ой, здесь. Сколько здесь земли, да? Вот такого. Эти дома также вот нету дешевле, наверное, самый 700 тысяч. То есть 700 это мало. Думаю, 850 самый дешевый здесь. Здесь людей по 3 акра, по 4. Ну, что я хотела сказать, что едешь зад, там пару есть домов разваленных. Здесь уже очень дорогие. Сейчас вот пока справа-слева вообще стоят виллы. Я не знаю, тут, наверное, живут, как потому они называются? Потому что здесь парк, да? Нет, парк построился попозже этих домов. Справа здесь один белый дом стоит, наверное, на 20-30 акров земли. Посмотрите на эту виллу. Вау! Они вот там даже речку себе делают. Не видно. Сейчас через месяц листья упадут. И будет видно, да? Целый имение, да? Да. А там чуть-чуть беленького я видела. Целый дворец. Но здесь, что я хотела сказать, есть речка, которую вы вот сейчас спрашивали. Хотите, можете на каяк поплавать, привезти свою. Не знаю, там есть в рент. Как красиво через деревья так ехать. Это так, если у вас есть час времени. Если у вас есть целый день времени, тогда ты здесь не будешь плавать. Рыбку также можно здесь ловить, если у вас... А кто у вас ходит на рыбалку? Малыш, ему 13 лет. А. Да, мы, кстати, с ним словили 2 дня назад рыбу. Сейчас покажу видео. That's a cute one. What did you catch? Still alive? Yeah, of course. Покажи тот. Look at those beautiful colors. They match his t-shirt. This is awesome. My boy is super excited. Покажи, солнышко. Show it to me. Mom, it's becoming heavy on you. Mike. Can you hold it? Нет, ты что? This is definitely. Just grab it, I'll just right here. Нет. In the middle, just grab it by your thumb, just grab. Is it gonna... By your thumb, it's not gonna hurt. Вот так? Yeah. Just hold it. Блять, я рыбу держу, guys. Я в шоке, я держу рыбу. Или рыба меня держит? Oh. Рыба меня держит. Майк, скорее, я не хочу, чтобы она умерла. She needs to live. Long, 100 years. А мы ее отпустим обратно, сынок? Какая классная природа здесь, guys, смотрите. Это сказка. Сказка на земле. Вау. Это best, guys. Если вы не знаете, это best. Здесь? А у вас там? Мы на Хартвелл. Когда вы приедете, я вам покажу бесплатные заезды в очень крутые озера. Ну, если у вас будет лодка, благословляю вас на лодку. Там можно просто посидеть на этих деках. Там очень хорошие деки построили. Вот справа речка, мы просто ее не видим. Байк они туда ходят? Байк, они как-то байк. Были тоже. Если они ходят на кемпы, они едут уже на нормальной речке. Это я говорю, если у вас 2 часа на день есть, и вы хотите рядышком, вот видите, там можно рыбачить. Да, там можно рыбачить. Так что насчет этого, как сказать правильно,
Вот она сюда длится. О, здесь, хорошая речка. Здесь люди катаются. Здесь люди катаются на таких лодочках пластмассовых. Вот смотрите. И слева заезд. Бесплатный. Вот можно парковаться, сходить, походить. Вот есть какая-то. Ну, это, наверное, просто для рент тут невозможно взять. Там есть мост, куда можно спуститься. Камыши растут. Что я хотела вам показать, если у вас будет много мусора, guys, вот запомните эту точку. Может где-то, где вы живете, есть чуть ближе, но это свалка. Mm-hmm. Вы можете привезти сюда разные вещи, бесплатно выбросить. Она работает, наверное, с 9 или с 8 до 5. Вот это? Угу. Сзади была. Ага, вот там. Но мы потом но это место нашли. Мусор в мешках, да? В мешках, да. Ну, матрасы, деревья. А, тоже можно, да? Да. Угу. Даже если очень много чего можно вывозить сюда. Жор, запомнил? Ну, я вам напомню, потому что да. Мы сейчас ехали, вот выезжаем на вашу улицу 63-й экзит, вы уже по ней много раз ездили. Ну, такая промышленная зона, и поставили много домов и парки, начали строить. Но этот Ридвилл Дантаун, который строится, я думаю, что он поднимет эту эрию еще больше в цене. Но, наверное, 3 года. Дорожать. 3 года нужно ждать, пока все это у нас построится. Это минимум. Фанифу показывали, что там уже дорогу размечают, уже что-то там они ходят и прям с такими надеждами, что мы творим историю, говорят. Ну серьезно, это же интересно. Ну вот эти, смотрите, вот это сейчас построили на днях. Эту гастейшн построили также. Много ресторанов сюда построили. Да, дороги еще некрасиво, нету вот этих сайдвакс. Но я говорила с другими риэлторами, которые в бизнесе по 20 лет и живут здесь всю жизнь. Они сказали, что у нас позитивная иммиграция, позитивная. Как бы к нам люди еще прибывают. Поэтому у нас еще продается. И... Так, ребята, что-то хотите перекусить? Конечно, давай. Сейчас мы заедем. Ну, тут очень хорошие районы, дома дорогие. Затем вот этот... мексиканский ресторан. Суши здесь неплохое есть. Я сюда езжу, например, в этот Best Buy, Loves, тут есть Marshall, Home Goods, Dick's. Много этих магазинов. Ну, в Спартанбурге тоже есть, да, и там, Walmart. И... Если туда вам чуть-чуть ближе, видите, туда 6 майлов или 7. 7 майлов, да. А сюда просто, если вдруг вы захотите сделать свой праздник, то... Ну, детям, да, здесь даунтаун, больше город. Да. Нам несут еду. Sorry, one soup here. Another soup. One soup when the fajitas coming, okay? Enjoy. Thank you. Я сейчас тебе подарок. Ну, не подарок. I make order 3 soup. 3 soup? Wow. Sorry, I understand too. Mm. But it takes just 1 minute to come out with the hot plate. Самый вкусный. Okay. No soup. Я Суп тебе место не хватит. Я буду там на месте на встрече. Ты видала? Там тут сама тоже. Да. И у меня. Нету груза в этой. Это накрыли поляну, да, нужно? Да, может быть, красиво. Это самое. Тут будет раньше, но там встретимся. Да, тут. Не знаю, как мы это все сделаем. А что здесь? Не знаю, открой. А, так есть. Это чисто мексиканцы. Да, завтра уже не рабочий день. Бизнес. Итак, мы заплатили $60 в день, 77. И Жора тут оставил сердечко им на память. Сердечко, да.